Ну що ж, друзі, дуже раді, до нашої студії сьогодні завітала арт-психолог Тетяна Пошенюк. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброе утро. Пані Тетяно, у нас є інформація про те, що саме 19 листопада в галереї Арт Метелик стартуватиме незвичайний проект «Лінія душі. Нейрографіка». І ми знаємо, що ви, окрім цього, ще й психолог з 30-річним стажем роботи. Да? Ось, ну, є у нас така інформація, ми все знайшли. Дайте нам найперше декілька порад і нам, і нашим глядачам, яким чином зранку правильно прокидати. Налаштуватися на позитивний робочий день для того, щоб почувати себе гарно. Ага, ви так сразу от задали. Сразу до роботи. Сразу до роботи. Да, действительно, 19 числа открывается выставка моя. Наверное, эта выставка, это как следствие моей работы с нейрографикой, потому что там будет один такой, одна работа. Она так и называется «Моя первая выставка». Но дело в том, что я еще тогда, когда рисовала, очень слабо понимала вообще, о чем идет речь. Поэтому, наверное, надо вообще-то сказать, что такое нейрографика. Mm-hmm. Нейро и графика – это нейромозг, графика – рисуем. По сути дела, мы рисуем свои мысли, свои эмоции, свои чувства. Автор метода Павел Пискарев. Вот, и... Что делает нейрографика? Нейрографика делает чудеса. Это действительно творческий метод трансформации моей реальности, моего мира. Второй ваш вопрос, как с утра зарядиться? Угу. Да, нейрографическая зарядочка, порисовать линию, потому что в основе нейрографики лежит, наверное, самое чудесное, что есть вообще-то у нас сейчас, это нейролиния. Угу. Она действительно волшебная, потому что творит чудеса. Як воно працює? Приходите на выставку, увидите, как оно работает. Это действительно метод, который позволяет исполнять свои желания. Ну вот, допустим, где мне показать? Вот. Да, это работа, где, в принципе, нарисованы вы. Вот тут в центре. Вот сегодняшний эфир абсолютно. И выставка. А ви коли це робили, якщо не секрет? Вчора вечором. Звісно, mm-hmm. мені нет секретів з нейрографіки. Чим хороша нейрографіка? Нейрографіка – це розговор тіла з листом бумаги. Это когда отсутствует кто-то третий, который задает какие-то вопросы, которые могут тебя там направить в каком-то не том направлении. А здесь ты действительно, это как твоя исповедь. Ну, то есть тело не будет обманывать, ты разговариваешь и творишь чудеса. В отношении того, что психологии, да, философии и нейрографики, в принципе, заложены глубинные все знания, которые есть в психологии, это и аналитическая психология Карла Юнга, это и гештальт-подход, и это теория поля Курта-Левина, и это топософия, как мы видим. И, конечно, в первую очередь, это искусство. Потому что мы работаем с воображением. Задача вообще при рисовании – это создать вот тот эмоциональный фон, который зарядит вас на весь день. Скажіть, будь ласка, в даній ситуації ви більше виявляється художник чи психолог, коли ось робите подібні речі? Як воно поєднується, вся ця штука? Вот. Да, вообще искусство всегда как-то так отражает, да, угу. И, в принципе, действует на нашу психику. Поэтому, да, вот начиная рисовать с помощью нейрографики, мы стали художниками нейрографики. И дело в том, что самая главная задача нейрографики – это то, чтобы весь мир рисовал. Угу. Да. А найперше, ви що, ось, що було спочатку? Це психологія чи це нейрографіка і пов'язане з вашими переживаннями виплескування на папір? Вы знаете, здесь, наверное, немножко стоит сказать о том, что в своей профессиональной деятельности я рисую эфирные масла. И вот на фоне того, что мы, есть у меня люди, которые в этом также помогают, когда мы это все вот создавали, вдруг однажды я увидела просто эту волшебную линию. И оно все вместе совместилось. И вот у нас сейчас идет такое направление развития авторской моей методики «Аромонейроарт».
Там, где мы рисуем эфиры, потому что запахи – это тоже очень такая серьезная вещь в отношении воздействия на нашу психику. Де особисто ви дізналися про такий непоширений метод, як нейрографіка, і як давно відкрили для себе її? Нейрографіки всього 3 роки буде весною. Познайомилась на просторах інтернету. От як-то у всіх так відкладається це в пам'ять. У мене ні. Я посмотрела, влюбилась і стала изучати. Через Facebook. Скажіть, будь ласка, в будь-якому там, наприклад, стилі живопису і так далі є свої ключі, є свої відображення. Тут є якісь ключі, які можна розшифровувати та читати? От ми бачимо тут коло, є трикутники, лінія, про яку ви говорили. Так, є активи нейрографіки, це круг, це треугольники, це квадрат. Тому що почему я говорила о аналитической психологии Карла Юнга? Это работа с архетипами. Потому что круг – это самый важный, самый главный архетип, который есть вот у нас, у человечества, который символизирует, наверное, само совершенство. Нет более такой идеальной фигуры, чем круг. Поэтому круги – это основа нейрографики. Треугольники – это всегда какой-то конфликт заданный. Да? То есть как наша психика реагирует на то, когда мы рисуем треугольник. Вот, кстати, если вам нужно как-то спроектировать день, и там нужно какой-то энергетический запас, можно чуть-чуть треугольников порисовать. Но не забыть потом добавить каких-то кругов, чтобы хорошо выйти из этого состояния. Ну и квадрат – это, конечно, какая-то стабильность, да, это вот уверенность, то, что нам дает. Да, поэтому активы нейрографики – круг, треугольник, квадрат и линия. И есть, конечно, алгоритмы, с помощью которых создаются такие прекрасные рисунки. Тобто, в принципі, якась техніка фактично існує, да, правильного введення? Конечно, есть базовый алгоритм, есть алгоритм снятия ограничений, а он всегда великолепно работает, потому что нас с детства как-то воспитывают в каких-то ограничениях, это не трожь, это нельзя. Вот. И да, действительно, одна из работ моих была «Я художник», то есть разрешить стать себе художником, да, выйти из каких-то рамок. И вот во время работы с этой техникой ты вдруг понимаешь, что ты себя иногда не знаешь и не понимаешь, а какой ты другой. И вот в чем прелесть нейрографики, она позволяет тебе стать другим, раскрыться, ну и получить удовольствие от жизни. Що стосується кольорів, вони також мають своє значення, чи це там політ фантазії? Мені подобається поєднання насправді їх на цих малюнках, тому що вони настільки різнобарвні і різнокольорові, що ну, очі розбігаються, якось приємно втягує. От багато кольорів, це приємно спостерігати за цим. Як дійсно секрети? Ну, цветотерапія, вона как бы тоже имеет своє місце, здесь очень важно. Это илюшеровский подход и подход с точки зрения УСИН. Да, цвет имеет очень большое значение. Зазвичай, якими матеріалами працюється от під час створення таких картин, таких речей, це тільки олівці, можливо, є якісь фарби спеціальні там, або все, з чим все, ви працюєте? Все дуже банально просто, тому що в основі йде це маркер, один із принципів нейрографіки. Це, да? Який малює саме лінії, так? Да? Весь мир на кончике маркера, на кончике карандаша. Це маркер, обыкновенные мягкие карандаши. Ну, може бути там лінери какие-то тоненькі. Я люблю іноді там пастель использовать сухую. Все, в основному і фломастери. Тобто абсолютно все то, що, чим рисують ваші діти. Вот и особенно хочется сказать, что нейрографика очень хороша для работы с детками. То есть рисовать круги получают удовольствие абсолютно все. Рисовать салюты, впечатления – это всегда здорово. Скажіть, будь ласка, ви сказали, що інфографіка, вона не так давно зайшла там до України, і взагалі, як метод, вона розвивається зовсім недавно. Коли ви зрозуміли, що ви вже там застигли того рівня, що можете ділитися цією технікою з іншими людьми та, ну, проводити терапію? Як тільки провела першу лінію. От провела, влюбилась і сказала «моє», да, і стала розказувати людям, що це дійсно працює. Ну, тому що це дійсно чудесно. Там особлива лінія, вона не повторима, она волшебная, она творит чудеса.
В даній ситуації, коли ви працюєте з цим методом, коли ви працюєте з людьми, ось ця лінія, ось ці малюнки допомагають зробити вам та людям, які приходять це робити, що саме? Виплеснути свої переживання на бумагу, розказати вам те, що вони не можуть сказати словами, як психологу. Що, яка ось тут взаємодія і що найперше, яка мета, коли людина малює на папері разом із вами ось усі ці візерунки? Ну, как я уже сказала, есть несколько различных методов. Один из методов – это снятие ограничений. Это то, когда действительно бывают такие случаи, когда нужно снять какое-то свое напряжение, да, вот свой эмоциональный выброс. Действительно, есть алгоритм, который позволяет это сделать. Также есть алгоритмы, которые позволяют спланировать свои какие-то вот будущие события. Я вам уже показала, вот тоже у меня есть такая работа. Здесь, в принципе, цель моей выставки, да, вот тут написано «Мурал». Эта работа еще немножко недоработана, но как-то хочется поделиться, потому что ну, в моих целях, в моих планах это создание рисунка на одном из домов нашего города. Да, потому что через нейрографику я хочу, чтобы там люди, все те, которые придут на выставку, имели возможность высказать свои пожелания городу, наверное, своей стране и всему миру. Вот это возможно, потому что мы рисуем свои мысли. Давайте трішки детально будемо говорити саме про вашу виставку, яка називається «Лінія душі. Нейрографіка». Скільки робіт плануєте експонувати? Там, по-моєму, 45 робіт буде представлено. Будуть представлені різні алгоритми, буде представлена «Романіра арт». Вот, поэтому... Це виключно ваші роботи чи ваші спільні роботи, наприклад? Ні, там будуть тільки мої роботи. Виключно ваші. Яким чином ви їх обирали? Чи будуть представлені якісь із цих робіт, які у нас, наприклад, тут на столі? Я їх пережила. Ага. Тобто фактично кожна робота – це є якоюсь певною сторінкою з вашого життя, так? Да, ну, в принципі, на цьому основана нейрографіка, що ми створюємо і прорабатуємо якісь свої внутрішні переживання. Тому кожна робота, яка там буде знаходитися, вона має свій какой-то конечный итог и какой-то конечный результат. Наверное, вот сейчас действительно могу сказать, что там будут находиться все те работы, которые отыграли, которые выполнили свою вот какое-то предназначение, функцию. Як людині, яка не має відношення до нейрографіки безпосередньо, до психології, ось таким, як ми з Настю, наприклад, як нам зрозуміти, що зображено на тому чи іншому малюнку? Чи потрібно нам дійсно розуміти, вчити якісь певні алгоритми, про які ви говорили, да? Про якісь знакові моменти? Як нам в'їхати в це? Чи буде якийсь краткий там, розповідь? Перше ограничення – це те, що ви сказали, що ви не маєте ніякого відношення до нейрографіки. Я вас поздравляю. Ви вже маєте саме прямое відношення. Да. Ну, як от... в настоящее время ученые же определили, что у нас есть зеркальные нейроны. Да? Что они позволяют? Они позволяют людям пережить те чувства и эмоции, которые испытывает кто-то тот, кто находится рядом с вами. Да? Вот. Поэтому здесь прорисованы все эмоции, которые испытывала я в какой-то там момент своей жизни. Но хочу сказать отдельно об экологии метода. То есть работы выполнены таким способом и таким методом, что лично для вас они уже несут абсолютно не несут никакого вреда. Они действительно гармонично оформлены. Вот. И да, ваш мозг, когда смотрит на эти работы, он, в принципе, вот вы же говорите, вам нравится. Вот это задача в нейрографике, чтобы нравилось. Самое главное... Ну, тут певні роботи, то, знаєте, такі більш спокій, такі умиротворення, да, російською. Інші трошки якусь надають іноді тривогу, якесь відчуття таке, що дребезжить щось внутрі. Чи правильно ми якось реагуємо, да, на якісь певні моменти, чи неправильно? От, хоча б перше наше сприйняття, да? Чи неправильно? Правильно. Все правильно, действительно. Вот купа, это вот. Купа трикутники. Да, 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 купа трикутники. Потому что это планы, это цели, которые нужно преодолевать. А цель это, что это выход из зоны комфорта. Да, то есть это нужна какая-то энергия. Ну вот хороший метод, допустим, спланировать свой день. Это порисовать, я же, как я и говорила, чуть-чуть треугольников порисовать, чуть-чуть линии.
І квадратів потім завершити. Ну, давай завершити все квадратами, все буде хорошо. Завершити квадратами і обвести велике-велике коло. Пані Тетяно, дякуємо вам дуже... Я хотіла ще, запитати, давай. Чи заплановані якісь родзинки на відкриття саме вашої виставки, як взагалі воно буде відбуватися? Ну, основним, наверное, вот таким трендовым местом будет во время выставки, это то, что каждый человек, который придет на выставку, сможет порисовать. То есть будет такой мастер-класс, наверное, будет техника нейродрева, вот, потому что хочется очень использовать историю нашего города. И если мы будем говорить о мурале, то хочется от истоков и к нашим мечтам вот такое создать, поэтому... Ми будемо рисувати. Наостанок, скажіть, будь ласка, від якого числа і до якого числа буде тривати виставка? З 19 числа і на протяженні 2 тижнів.